Немножко о колонках, о музыкальных колонках. Это подделка под JBL. По паспорту у нее идет аккумулятор аж на целую 1000 мАч. На самом деле здесь 700, ну чуть-чуть там 720. Вот, и к вопросу о ценообразовании. Некоторые люди говорят, что у меня очень дорого, прям очень-очень дорого. Я вот за эту работу, что я ее разберу, что я поменяю аккумулятор на более емкий, я возьму 100 рублей. А те люди, которые говорят, что у меня дорого, берут за это 500. Так что вот так. Старая батареечка. Вот новый аккумулятор. Нет у меня большой сейчас термоусадки, поэтому просто изолентой примотал, чтобы провода не болтались. То есть это вообще было не обязательно. Сейчас на термоклей все сюда приклеим, чтобы оно во время тряски и езды на велосипеде не отвалилось. И проверяем. Нажимаем на Power. Ну вот, все готово. В таком емкости 700 пойдет какой-нибудь фонарик клиента. А колонка готова полностью, все работает. Обошлось это 100 рублей по работе и 150 рублей за аккумулятор емкостью 3400 мАч. У нас такой аккумулятор стоит 3 от 300 до 600 рублей. Я его продал за 150 рублей новый. Так что можете судить об уровне цен. Сейчас проверяем еще раз. И чего? Перепутал местами кнопку. Сейчас еще раз проверяем. Теперь кнопку я перевернул нормально. Все работает отлично. Такая вот колоночка, подделка под JBL, очень громкая, не знаю сколько стоит, вот Charge 3 написано, но это не JBL, по-моему 1000 с небольшим она стоит, могу ошибаться, орет очень громко, но конечно фонит, потому что эти боковые резиночки, это просто резиночки, это не сабвуферы. Вот. Ну а так, ну прикольная колонка, да, недорогая. Поменяли аккум, с этим она работала где-то 1,5 часа с емкостью 700. Здесь 3400, соответственно, ну, как минимум в 3 раза, а то и в 4 раза будет она дольше работать. То есть часов 6-8 клиент потестит, узнаем.